Господа майон, здравствуйте. Категорию Б вышла, смотрите-ка. Оборонка-то моя. Идем к сражению. Так, меняю я здесь все. Фельтон оставить тебя, нет? Так, все альфа сломанные, да? Фельтон, фельтон. Да, погнали, вон нам фельтон, там усиление какие-нибудь украдем. Пригодится. Так, у него контратака, смотрите, со старта стоит. Страшный тип. Уже урон по нам наносит. Смотрите, слепоту еще положил. Злосчастный какой. Ну, надо пробовать попадать. Попали. 10 контратака. Урон 10. Так сделаем. Он просто бахнул меня вчера насмерть, да? Поэтому я к нему, к первому прикладываться буду. Так, пчелы пошли. Все, все усиления я у них ворую, да? В наглую. Давай, давайте мне усиление. Я готов принимать. Так. Получил, расписался, забрал. Медведь готов. Опять-то слепоту положили. Вы что сегодня там? Покушали такого. Ну, давайте вот тут кинем вот так аккуратненько. О! Пусть летит. Так. Да не надо этого в углу, пусть он там откисает уже. Пчелы загрызут насмерть. Так, все, есть. Фельтончик опять. Сюда пошлем. Ну вот эта связочка у меня получше, как-то поживее выглядит. Прикрыто, отразить, урон пришел, там что-то. Он... Бафы какие может? Броню у них воровать, да? Да и все, больше тут такого-то, в принципе, полезного. Ничего не украсть, отхил не украсть, нету отхила. Так, синий центр. Я вот думаю, фельтон нужен все-таки или увороты может поставить, они больше пользы принесут. Он еще не докачан у меня. Мало камней. Я бы сказал, почти нет. Справа ничего не шевелится. Я вот такой ход сделаю. Так, ничего не пришло полезного. Зеленых мало. Ну, давайте прямо в лоб. Так, желтые пошли потихонечку. Вот и думаю, что выгоднее взять. Ну давайте, наверное, четверка, вдруг зелень закроется. Нет, не закрылась. Четыре, пять, шесть, семь. Вот так сделаем, потом желтый взорвем. И у нас зарядится быстрый фельтончик и миньоны. Блин, напихали ребята помидоров в полную охапку. А, кстати, вот они бонус к атаке там могут мне пересылать. Так. Прикрытие сделал для этого, смотрите. А, ему прям в лоб и дали. Кого тут бить, я не знаю. Давай так. 200-200, да? Там, кстати, этот... Скелет-то, который диспейлить умеет. Стоит у него. Как бы он меня не задиспейлил. Ага, как раз-таки сначала диспейлить будут, а потом будут ходить
Ну давайте вот так красный прокинем. Ой, как много пошло. Я про красный справа, которые ушли, говорил. Да, не зашел, получается, у меня медведь. Сдиспелили его. А ну, погибай. Не погиб, да? У меня желтых двое, поэтому камнями пойди добьем. Так, так. Давайте пчелы грызите. Еще пчелы грызите. Так, три. Три, три, три. Мало, три камня. Четыре, пять. О, вот так делаем. О, еще миньоны. Ну все, он устанет нас пробивать. Да, пчеловод как лекарь получается быстрый. Ну, чисто миньонов сняли. Тё, давай, загрызай. Блин. Блинский ёж. О, еще миньоны. Пук. Готовченко. Так. Немножко подменились. Фельтона подвыбросил. Фиолетовый взял. Выглядит все красиво. Да? Ну, наверное, я начну вот с этого хода. Хер его знает, что-то бросать. Ладно, давайте желтые не будем выбрасывать. Пригодятся. Фиолетовый аккуратненько-то не взять, да? Ладно, будем тогда так делать. Больно, досадно. Ну ладно. Как-то правильно надо ходить. Мне кажется, неправильно хожу. Вот так надо сходить. А да и фиолетовые сразу берутся. Так, а она уже второй раз будет сейчас ходить. Давай, фиолетовый, в душу, погнали. О, зеленый, давай добивай ее. Нет, она сейчас как 5 раз даст. Нет, опять смотри. О, уклонение. Одна ульта в молоко, вторая в молоко. Пока живем. Добивать нечем. Да. Еще желтые идут. Камнями она вообще умирать не собирается. Так, вот умерла все-таки от камней. У вороты прошли. Сейчас меня будут унижать. На нахрен мне. А, еле-еле выжили. Так, зеленый заряжен. Заряжен. Так, там в пустоту зеленые будут. Как выгоднее взять? Хрен знает, да? От этого пня надо сносить, иначе нам будет больно. Так. Так, 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 так. Ну, вовремя разряжаем их, да? Пчеловод, давай живи, короче, до своей... Да, он доживет, возможно. Так. Где связь? Ну, пожалуйста, не надо этого делать. Блин, я через красный хотел прокинуть. Связи нет, прикиньте. Как так?
Так, связь-то нашел, нашлась, точнее говоря, не нашел. Только выглядит что-то все равно не очень. Блин, 20 хп. Ну, давай, это по двоим бьет, поэтому сюда. Есть. Так, так. Тут прокинем. Так, фиолетовый вот так вот кинем и два взорвем. Эх, улетело. А вот зеленый будет. Орла минус. Или как ее там? Зарола! Орлой второй день зову. Не так, вы молчите. Все, пойдет. Фу. Блин, альфа-слон, конечно, в разы покрепче будет моих хлопчиков. Ну а где мне столько взять? Так, ну синих побольше наковырял. Погнали. Этот, конечно, псих по центру довольно-таки такой серьезный. Серьезный соперник. В него надо прям по максимуму швырнуть. Мне зеленых надавали столько. Бессмыслица какая. Ну давайте вот так сделаю. Надо успеть зарядить. Сейчас вот зеленый, да? Он ультанет в этого, в медведя. Блин, так у всем подрезал. Ну, короче, ко мне не дадут его убить камнями, да? Эта игра-то такая. Плавали, знаем. Зеленый, кстати, я зарядил, ребят. Я даже сам не понял, как я их зарядил. Так, медведица. Сейчас он зарядится. Может, мы с тремя синих их его и заберем. Давай вот так. Да он вообще урона не нанесли. Опять подрубил нам атаку. Так вот, выбросаем. И зеленые туда пошли. Планшет зарядился. Ни хрена лупят. Так, тычек не будет. Берем синий вот так. Тыщ. Пятый сезон тут или какой там сезон шестой. Кто по мне урон наносит, никого нету, короче. Бьем. Срезана атака, конечно. Так, так, так. Давай. Мало. Ладно, желтые миньоны. Бедная медведица, вот терпит, да? И усиление мы не можем себе поставить. Это вы молодцы, конечно. Погнали, ребят, вот так. По троим, по 280 жахнуло. Так, он себе броню подрезал. О, у меня броню можно было поставить. Медведю. Слетел баф с него этот. Давай. Давай, желтый, закройся. Есть. Желтые закрылись. Затыкали, а? Давайте вот так один синий для планше хватит ведь. Тук. 5 хп. Ха-ха! Держимся, ребята. Давай, родной. Сюда погнали. Желтыми добьем. Ну давай, миньоны, тыкайте. На каком они слове там живут? На добром, да? Как и я же. 5 хп, блин. Да. Ой, ё-моё.
Пчеловод. Кстати, этот планше убивает всех прислужников цели, а потом наносит урон. Он, в принципе-то, создан, чтобы бить как раз-таки этих пчеловодов. Кто фиолетовый есть еще больно бьющий? Вот так, может, пойдем? Или мейв какой-нибудь? Бьерн, а ты какой еще бываешь? Еще на уклонение есть. Давай не на уклонение возьмем. Пусть бьет. Погнали. Блин, там бронерез, ребята, вон этот стоит. Гуннар. Ну давай, синий, закрывайся снизу. Нет. Не закрылась. Четыре, пять, шесть, семь. И одного камня синего не хватает, да? О, миньоны будут, все конечное. Снизу синий, закройся. Нет. Зря потраченное время. Зря, наверное, прокидываю, да? Сейчас еще раз зарядится. Да. Ладно, убиваем центр. Правильно? Убирает прислужника, потом урон наносит. Мало. Очень мало. Вот этого надо сносить. Как ни крути. Ух ты, сколько фиолетовых. Ух ты, еще и зелень. Ух ты, еще зеленый. Ух ты, еще зелень. Прикольно. Бедный планшет держится, да? Кому я могу поставить миньонов? Да никому. Ноль. Миньонов я могу поставить. Так, ну давайте, ладно, сюда вот прицелимся. Бах, уклонение. Миньонов даже не сняли. Я еще слепой, да? Один ход. Это синих надо зарядить. Гуннар броню поставит. Это, конечно, вообще... Вообще беда будет. Ладно, давайте так. Вот, синий. Сгорел на работе, а? Эх, планше, планше. Ну как, я не знаю, как тут теперь. Через Гуннара прокидываемся. Имбовенько, конечно. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять камней есть фиолетовых. А нам надо 10 для Бьерна. Ну, давай так. Одного миньона можем поставить. Лучше, чем ничего. Три. Ну и камень я убрал из центра, да? Есть ощущение, что надо сдаваться, короче. Давай нажимаем. Вдруг комбо пойдет. Нет, комбо нет. Сгорел. Фиолетовый не идет, ты смотри, как кристалл есть, а я не могу зарядить. Еще один фиолетовый камень нужен. Нет, вот пришел.
блин, еще урон дополнительно наносит. Пчела одна это висит, блин, и покусывает, всех смотри, покусала. Бесячка, блин. Да что вы по всем-то урон наносите, а? Собаки вы сутулые. Короче, квасир затащил без вариантов. Мой не тащит, это тащит. Нахрен уже продули, ребят. Все, вам удачи, ребят. Пока-пока.